Друзья, всем привет! Сегодня хочу такую камеру потестировать. Ну так как бы себя поснимаю, вы оцените качество. Зум тоже потестируем. Что-нибудь там речку зумируем. Так вот камера выглядит. Такой экран здесь маленький, идет 3 дюйма. 7,5 сантиметров. Ну как бы да, камера выглядит хорошо, но у нее есть такой. Я ее купил, конечно, в ломбарде. 20 мегапикселей пишет, но там реальных 20 мегапикселей не будет. И как бы у нее реально проблемы с фокусом есть, когда вы, например, себя вот так вот хотите снять, например, на камеру. И иногда фокус может не сфокусироваться, или, например, вы на штатив как бы закрепили камеру, и она вообще может не сфокусироваться. На штатив вообще она не фокусируется. С рук, когда вы себя снимаете, еще можно. Она тяжелая, 270 грамм весит, такая камера. Камера, конечно, хорошая, но если ее вот с этой сравнивать, Sony 3000, да, вот такая экшн-камера, то вот это, конечно, лучше будет, потому что она как бы фокус хорошо держит. У нее как бы фокус идет фиксирован на весь широкий угол, такой фокус идет. То есть у этой камеры фокус иногда вот так чик, не сфокусирован, потом резко сфокусироваться, может, ну, дергается фокус. Вот в чем проблема вот этой камеры. Ну, это, конечно, не из-за того, что это из-за этой модели. Это просто такую камеру продали. В ломбарде, сами понимаете, камеру покупать лучше вообще не покупать. Ну я, конечно, эту камеру не буду продавать. Друг мне, конечно, сказал, ты там типа перепродай ее кому-нибудь. Я не хочу продать, потому что мне Sony камеры, они в принципе нравятся, то, что есть естественные цвета дает. Сейчас я вам покажу, как она снимает, вы оцените. Фокус, конечно, страдает чуть-чуть, но и когда вы с рук что-то можете снимать, у нее хорошо макросъемка работает, вообще отлично можно, например, объект снимать в 5 сантиметрах. То есть, ну, зеркально, вот на этой камере у меня идет тоже макросъемка, она идет 25 сантиметров. То есть 25 сантиметров от объектива только она фокусируется. Это идет, получается, 5 сантиметров. Вообще можно вблизи там что, жука снять летом, снимем что-нибудь, цветок, все что угодно. То есть вот в чем ее плюс. Вот так вот у нее выглядит сама съемка. Сейчас я меню покажу. Меню вот так вот, здесь активная стабилизация есть, это на Sony, фокусировка по лицу есть, но она тоже плохо работает, по улыбке можно, распознавание улыбки есть, это снимки 15 мегапикселей делает, здесь написано, что AVC HD 28 мегапикселей, но на самом деле эти 28 мегапикселей их просто не будет, это так все маркетинговый ход, видать, в те времена, когда 2013 год сказали, о, здесь видите, есть выбор сценария, а есть интеллектуальный авторежим, регулировка экспозиции с помощью автофокусировки. То есть тоже плохо все работает, как бы. Да, вот здесь, конечно, вы можете вот так вот перелистывать. Сейчас вам покажу. Там выбирать. Что-то видите, колесо даже. Колесо вообще плохо. Колесо, кстати, вообще плохо работает. Он тугое. Вот видите здесь. Режимы разные выбираете там. Вот, например, фотографировать захотите. Вот так, например, смотрите, приблизили, вот. Фокус вообще, видите, пропал сразу. Пишет, что макросъемка и фокус пропадает. Да что такие дела? Фокус вообще пропал, кстати, сейчас. А все вот. Вот так получилось. Да, вот такой вот, например, смотрите, с фото, фотка такая. Ну, в принципе, нормально. Хорошо даже. Потому что сейчас освещение дневное хорошее. Видите, батарейка уже села. Я поснимал чуть, она уже села. Без флешки даже, прикиньте, я сфотал один снимок, можно без флешки сделать. Вот так вот она выключается. Здесь сразу защита объектива есть, вот такая вот. Так она. На защиту объектива вам хочу сказать, здесь вообще что есть, что нет. Вот это, если камера упадет на эту сторону. Видите, здесь уже скол есть небольшой. Значит, кто-то ее уже ранил. Здесь такой объектив есть. Вот. Защита. Ну, в принципе, если вы ее уроните, то она не поможет. Вот так вот здесь вспышка. Здесь тоже есть, но она почему-то не работает, я как понял. Видите, вот такая вспышка. Вот так камера выглядит. Меню такое. Вот здесь вот так вот. Держать. Здесь башмак можно специально вставлять, чтобы видоискатель такой на эту камеру. Ну, вот такая камера вот.
Ничего серьезного, обычно фокус иногда теряет, вот в чем проблема. А так она хорошая камера, я вам скажу. Друзья, всем привет, сейчас без 10 час, ну 38 минут. И мы будем тестировать камеру, которую я купил за 200. У нее звук вообще отлично, кстати, записывает. Стерео микрофон здесь. И звук очень хорошо записывает. И, друзья, чем еще эта камера хорошая, то что она как бы цвет тебе дает такой не насыщенный, не контрастный, никакой вообще цвет. Просто какая есть, например, обстановка, какие цвета есть, такие реалистичные как бы цвета. Даже вот на айфоне чуть-чуть желтит картинка, а здесь она не желтит, ничего не делает, ни холодный, ни какие-то она не дает, просто как бы как есть, так и передает вам цвета. Вот как вы меня сейчас видите, такие цвета и передают. Ну, как бы да, вы можете. Чем эта камера хороша, то что вы, например, отсняли материал, например, какой-нибудь, вы можете уже, например, там где-то будете монтировать, когда, если вы умеете монтировать, то вы можете картинку как-то подкрасить. Но на подкрашивание вообще легко. Даже насыщенность чуть-чуть прибавили, уже картинка становится поинтереснее. Как бы она для окрашивания, вот эта камера, почему ее, ну, и говорят, что она хорошая, то что она окрашивается хорошо. Ну, у нее макросъемка есть, что макросъемка идет у нее от 5 сантиметров. Например, жука какого-нибудь вблизи можно снять летом, цветок. Макросъемка у нее хорошо фокусируется, ничего про нее не скажу. Я здесь текст на коробке от сока фокусировал, хорошо фокусируется. Но вот то, что когда вот ты себя иногда снимаете, она как-то фокус, понимаете? Она как бы хорошая, и качество, как бы она картинки тоже 1080-60 кадров дает, он тоже хорошо, как бы. Но вот за счет того, что вот камера как бы может вам качество хорошее дать, да, вот четкую картинку, не размытую. Но за счет вот этого, то, что фокус будет страдать, то естественно будет картинка размываться и качество будет не очень. Я, конечно, мне друг говорил, давай я тебе эту камеру выкуплю, типа за 1000 рублей. Я покупал за 2, а ему за 1000 типа продать. Типа ему, он на нее тоже видео хотел снимать. Я не стал ему продавать, потому что, в принципе, она нормальная. Да, вот так с руки, если вы будете себя снимать, фокус будет. Но почему-то вот когда со штатива ставишь, да, вот на штатив закрепите камеру, вот эту вот я закрепил сегодня, и она как-то фокус теряет. Хотя там интеллектуальный режим показывает, что штатив, камера на штативе показывает, картинка там. Фокуса никакого не было почти. Фокус вообще долго-долго фокусируется. То есть с руки, когда вы снимаете в быстром темпе, то фокус почему-то лучше фокусируется, чем на штативе. Не знаю, почему, с чем это. Короче, убитая эта камера, сейчас жестко убитая. То есть, почему, даже вот вы, если, например, хорошую камеру купите 2013 года, вообще хорошую, что она вам такое качество будет пипец какой давать, да? Там особенно зеркалки раньше 2013 года какие-то были, помню. То, что они качество даже сейчас, если сравнить какие-то зеркалки нового формата со старыми, те старого формата могут даже лучше, как бы, по качеству лучше быть. Но то, что, понимаете, зеркалка старая, может быть, у нее фокус просто может уже убитый быть. Потому что камеру, любую камеру вообще... Вообще, вот когда вы камеру покупаете себе, да, вот я хочу вам совет дать. Любую камеру, хоть GoPro, хоть не GoPro, любую вообще, какую берете. Ну, конечно, ситуация разная бывает. Но постарайтесь вообще камеры никогда не ронять. А на камерах на всех, даже на зеркальных, даже вот вы дорогую купите какую-нибудь камеру. У них, понимаете, матрица, она идет как микросхема обычная. Матрица идет на некоторых камерах, просто микросхема обычная. И корпус идет пластик. Вы чуть-чуть можете уронить камеру, и у вас как бы корпус пластик этот повредится. Микросхема чуть-чуть вмятина будет, там может царапины какая. Все, считай, что фокус может не фокусироваться.
Так что камерами, видите, надо очень аккуратно, если вы хотите видео снимать, даже домашние, да, там своих родных, там детей, еще кого-то, просто для фотоальбома. Все равно надо вообще максимально нужно разумно с камерами обращаться, потому что иначе все. Но бывает и, конечно, такое у меня было один раз, что я купил камеру, тоже давно покупал какую-то старую древнюю камеру, покупал это еще было в 2015 или каком цифровик у меня был такой. Его за 2000 покупал в ломбарде где-то. 720 тоже записывал, хорошо качество давал. И там как бы тоже фокус убитый был. Ну, как бы я с ней пару месяцев попользовался, месяца два где-то. И у меня как бы это, понимаете, фокус, хотя там убитый был, но я до такой степени аккуратно этой камерой пользовался, что у меня фокус как бы он нормальный стал. То есть, ну, не так сильно камеру использовал, она в большинстве случаев отдыхала, потом как бы фокус сам по себе наладился. Не знаю, на этой камере такое будет, не будет. Ну, если вот вы хотите, например, видео снимать для, например, понимаете, видео снимать просто для домашнего использования, ну, любительское там, как бы, ну, родных своих поснимать, то можно цифровик купить в 1080, который снимает Full HD цифровик. В ломбарде даже можно купить. Ну, конечно, ломбарде лучше не покупать вообще камеру, потому что они там убитые. Это понятное уже дело, что в ломбарде даже телефон купить, он убитый может быть. То есть в магазине купите себе цифровик 1080, который снимает. У цифровиков, у цифровых камерах угол обзора, он всегда как бы, ну, нормальный, не такой узкий, как идет, например, на видеокамерах. Если вот цифровик хороший, 1080, который снимает, сравнивать с видеокамерой, то, в принципе, разницы вообще не будет. Что цифровики, что видеокамеры, они по своему случаю... Ну, конечно, видеокамеры получше чуть-чуть, смотря какие еще. Но и цифровик тоже хороший, может даже лучше быть видеокамерой. Потому что, ну, такие вот кубершоты, сейчас кубершот самый дешевый, 27 тысяч стоит. И некоторые кубершоты, они еще фокус, бывает, не фокусируют. То туда, то сюда, он как бы фокус плохо работает. Особенно вот эти с интеллектуальным режимом автофокусировки, вообще камеры не покупайте. Друзья, но у него есть одна проблема, очень серьезная у него фокус, что-то вообще долго фокусируется иногда. Иногда он, например, себя снимаете. Ну, конечно, я не скажу, что здесь угол такой, угол обзора, да, такой вот прям вообще это... Узкий идет, вот я на вытянутую руку сделал. Здесь угол обзора он нормальный, но камера, понимаете, она уже походу сломанная. Ее потому что видно, что у нее на объективе такой скол небольшой идет. Потому что на таких камерах он как бы объектив идет слабый, его стоит чуть-чуть один раз уронить, и все, я считаю, что у тебя фокус будет вообще не фокус. Особенно проблема на камере Sony. Можно объективом ударить камеру, даже слегка, фокус сразу не сработает. Вот почему, чем камеры Sony плохие. У них как бы качество естественное, цвета вам все естественную картинку дает, но за счет того, что ее стоит один раз ударить, и у нее фокус сразу будет пропадать. Эта камера уже 2013 года, и, видать, уже не один раз уроняли. Не знаю, ее в ломбарде, потому что покупал. Но когда я в ломбарде покупал, там все нормально было. А сейчас что-то фокус начал глючить иногда. Сейчас, друзья, я вам макросъемку покажу здесь. Вот я себе кофе налил, сейчас буду кофе пить. Сейчас я подальше отодвину. Ну, здесь угол, видите, какой широкий идет на этой камере. Весит она 272 грамма всего лишь. Я вот, что хочу сказать, камера, в принципе, Sony, вот камеры Sony, да, вот они мне хорош, вообще нравятся Sony. Все Sony, они супер. Особенно полнокадровые зеркальные камеры или... Даже не полнокадровые какие-нибудь. Вот есть, например, Sony A6600, который идет. Это не зеркальная уже, это беззеркальная, походу, камера она называется. Но она стоит, конечно, там что-то 60 и за 70, за 80, наверное, тысяч. Но она вообще дорого стоит. Но она действительно, если вы ее купите, в том ее лет на 5 хватит, даже больше. Люди, в принципе, так и берут, например, возьмут себе камеру 1000 за 80, а потом 5 лет опять копят. И через 5 лет опять себе новую камеру покупать. Потому что даже вот если взять хорошую камеру, вообще такую мощную, самую крутую, мега крутую, все равно они камеры не то чтобы устаревают, но они все равно свою работоспособность как бы теряют. Одна камера хорошая, она хватает на 5 лет максимум, ну на 3 даже. Ну вот, например, я вот сейчас телефон, ой, камеру поставил на стол,
и, получается, приподнял чуть-чуть ее, чтобы объектив мне в лицо было. Вы так оцениваете, как она снимает. В принципе, нормально. Ну, конечно, здесь фокус вообще плохой. Это я знаю, это то, что не из-за того, что эта камера такой фокус держит. Это просто камера уже сломанная вся. Здесь даже, кстати, скол на объективе видно. Ну, хотя маленький скол-то идет, но все равно. Не на объективе на самом, а вот на самой, это не на линзе на самой, а на объективе на самом. Здесь объектив как бы... Вот такие камеры, чем они плохие, я вам скажу. И, конечно, брать я не советую, потому что они это идут. У них объектив вообще слабый. Ты его чуть-чуть заденешь чем-нибудь, да, об стену, например, там будешь снимать резко что-то, и у тебя может он просто сломаться. Он здесь вообще никакущий объектив. Не сказать, что он шатается, он как бы крепко держится, но все равно такие вот цифровики, они вот... Цифровики, которые вот такие объективы сами выдвигаются, это вообще лучше их вообще не покупать, потому что вы его сломаете. Ну вот так, друзья, если я сейчас руку вытянутую сделал, она на вытянутой руке вот так будет снимать. Ну, угол, в принципе, широкий же, да, нормально. Вот так она снимает, в принципе, нормально, да. Фокус, не знаю, у нее фокус, походу, вообще страдает, я жестко говорю, фокус. Вот так, если с руки снимать, фокус будет нормально, но когда вы со штатива снимать начинаете, у вас сразу фокус. Но то, что она мне понравилась, эта камера у нее, понимаете, 30-кратный зум. Сейчас я зумирую что-нибудь на улице. Не на улице, через окно. Речку там у нас, речка есть. И вы оцените. Вот, друзья, вот так макросъемка работает. Видите, все, надпись можно зумировать, все читается. Вот все зумирует, все нормально. Срок годности 9 месяцев, дата изготовления, номер партии указан на гребешке упаковки. Вот видите, макросъемка здесь вообще отлично работает. Вот, друзья, поезд едет, я его зумировал. Если видно надпись на поезде чуть-чуть. Вон там речка находится. Замерзшая пока. Вот так вот все выглядит. Видите, как фокус долго фокусирует. Еще фокус здесь сломанный, походу. Вон каморка чья-то. Поезд едет. Вон, друзья, честные наши. На стеколке уже оборудовали, сделали. Я прям через окно их зумировал. Я здесь просто рядом живу. Вот смотрите, как я их зумировал, все видно. Вот такое здание новое от честных построили. Вот такой здесь 30-кратный зум. Ну, в принципе, на всех видеокамерах идет 30-кратный. Вот такое все выглядит. Так что, друзья, камера хорошая, но ну, за 200 это самая лучшая камера, я думаю, потому что, ну, сейчас, конечно, такую камеру, как я купил, вы можете ее нигде не найти, уже не в ломбардах, ее везде нигде не продают, потому что это 2013 года. Но то, что если даже сейчас экшн-камеру какую-нибудь брать, да, за 2000, он сам, там вообще еще качество, вот вообще вы ничего там не увидите, там реально качество плохое. Ну, друзья, конечно, эта камера и без своих нюансов я купил в ломбарде, потому что здесь она фокус иногда теряет. Это как бы плохо. Фокус был бы получше, то вообще бы этой камеры цены бы не было.